Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо рассказал, какой была его первоначальная реакция на трансфер Алексиса Санчеса. Черт, только не это. Теперь этот парень будет играть здесь, поделился Рохо с goal.com. Защитник обеспокоился, что напряженные отношения между ним и Санчесом помешают их сотрудничеству на Олд Траффорд. «Мы были в Дубае, я сидел и спокойно смотрел фильм, когда ко мне подошел Жозе и хлопнул по плечу. Мы покупаем Алексиса, я не хочу, чтобы ты вырубил его завтра на тренировке», – пошутил он. Рохо и Санчес пересекались в матчах между сборными Аргентины и Чили и во встречах Мью и Арсенала. Между игроками регулярно происходили стычки. Алексис перешел в Мью в январе 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна, который отправился в Лондон, будь в контакте со Спор.